Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы поиграем в мод новый на Stalkers of Pripyat под названием «Операция Долина» от Бумера, всеми нашего любимого, да. А, приурочен этот мод к конкурсу квестов, который второй год проходит на ППРО. В прошлом году это был Янтарь, в этом году это Темная Долина. И, как оказалось, я думаю, все моды будут выложены после того, как конкурс завершится, но они выкладываются по мере готовности. Есть два мода. Один от Парацетамола, который я вчера проходил, да, хоррор-мод вот этот жуткий, страшный. И вот Бумер дропнул тоже свой шедевр. Ну что, ну он сказал там что-то жесткое будет. Ну, давайте посмотрим, что. Новая игра. Сталкер или мастер? Ну, ладно. Мастер так мастер. Так, ну что, поехали. Бумер представляет эксклюзивно для appro.ru. Все, Горбеныч, я на месте. Так, теперь слушай меня. Еще раз повторяю. Не смей показываться им на глаза. Твоя задача проследить за ними и узнать, где держат заложника. Потом сообщаешь мне и сваливаешь оттуда. Ты меня понял? Да понял я, не дурак, что ты? Ты ж меня знаешь. Вот именно что знаю, поэтому я опасаюсь, что ты опять сделаешь что-то не так. Что у тебя там? Я надеюсь, ты не забыл включить так, VPN? Так, ладно, до связи. На меня какие-то свинки идут, надо бы их убрать. Нормально. Начало, короче, как обычно. Так, ну за Бумера играем, окей. Ловец кабанов. Уже пошли отсылки, убить мутантов. Не успело появиться ударение, меня уже встречают дикие свинки. Ладно. Поехали. А дробовика нет, да? Вообще, я бы с пистолета их пострелял бы, потому что я потом этот пистолет выкину по-любому где-нибудь. Хотя это долго, не знаю. Ладно, последний кабан вроде остался. Все. Так, нет активного задания. Пацаны, тут какой-то мудачок на нашей территории шляется. Сходите, позывьте, кто это. Твою мать, кажется, я забыл включить VPN на своем ПДА, и меня засекли бандиты. Кажется, что Горбеныч будет сильно на меня орать. Оба! Ливер вы! VPN, блядь, ничего себе. Сообщение, запятая ФПВ. Что это? Сейчас расшифруем. А, не расшифруем, подожди. Ну, запятая это Б, ФПВ. А, база. Что ты сделал, Бумер? Чеснок. Ты кто, фраер, и чё тут вынюхиваешь? Я никто, я Бумер, слышали обо мне? С какого хера я должен слышать про каждого ноунейма зоны? Чё вынюхиваешь здесь, я тебя спрашиваю? Я тут расследование провожу, видимо, зашел куда-то не туда. Вы слышали что-нибудь о двух разбившихся вертолетах на Янтаре, блять? На ком нахер Янтаре? Чё ты несешь? Отсюда, до туда, как до луны пешком. Откуда мы можем что-то знать? Короче, как там тебя? Крумер, вали нах отсюда, пока я добрый. Усек? Усек. Связаться с Горбенычем. Похоже, я провалил свое задание. Как Горбеныч будет орать на меня. В любом случае, надеюсь, он придумает, что мне делать дальше в такой ситуации. Так, мне сюда выйти, да? А ты кто? А я надеюсь, в этом моде будет мужик лет 50-60 в плаще с бородой. Или нет? Бля, а кто он? Мне интересно, вдруг там тоже какая-то пасхалка. Короче, врублю прицел, потому что без прицела не... О-гном, вот кто такой? О-гном. А вы все переименованы? Денис — баянист. Юрка — гитарист. Ну да, Бумер всех второстепенных переименовывает тоже частенько. Особенно учитывая, что этот мод супер короткий, по-любому он тут, блядь, всем имя дал. Кирюха — гнилой. За что Кирюха-то? Алёша — скрипач. Женя — юморист. Понятно, собрался тут, блядь, союз музыкантов-юмористов. Но идем связываться, чем? Горбеныч, я запорол задание. Что? В смысле? Я забыл включить VPN, и меня сразу же засекли. Скажи мне, ты дебил или да? Я понимаю, если бы тебя просто спалили при слежке, но как, блять, можно было забыть включить шифрование сигнала и так тупо спалиться? Да не знаю, я, ну, как-то забыл. Да это все из-за кабанов, они отвлекли меня. Значит так, ловец кабанов гребаный. Мне плевать, что ты будешь делать дальше, но чтобы заложник был освобожден в ближайшее время. И если, не дай бог, они его хоть пальцем тронут, то сталкеры из тебя 3 шкуры спустят. Я думаю, ты это понимаешь. Да я понимаю, а что мне делать дальше? Горбеныч? Ладно, терять мне уже особо нечего, схожу на базу. Ладно. Так, любой ценой освободить заложника. Бандиты держат в заложниках очень важного человека. Я обязан приложить все свои силы и даже включить свой мозг. Я на такое не способен, чтобы освободить его. Естественно, если я пойду на них с оружием, то пленника сразу убьют. Это что, намек на то, что мне оружие все дропнуть надо? А, осуждаю, что это такое? 1488, блядь, рублей. Приколись на мододеле. Че, в автобусе что-то есть? Тут тайники вообще имеются? Мне кажется, нет, ну ладно. Так, ой, блядь, переместились тут все. Ой, нет, я верну обратно прицел. Буду его врубать, когда надо. Это пиздец, достал калаш, уродство какое-то увидел. А чё у меня по патронам? Ладно, не буду мурыжить себя и вас. С калаша перестреляю. Блять, подожди. Сейчас бы сдохнуть. Так, бинт использую. А где последние? Ну все. А, еще одна есть. Это какая-то пасхалка, я не знаю. Так, ну тайники, наверное, бессмысленно искать, хз. Сквад бандитов.
Два торгаша, техник, спальное место. По глупости я провалил задание на слежку, теперь я сам должен все разрулить. Ай, ладно. Арбуз. Баклан, ты ничего не попутал? Деревня новичков в другой стороне. Какого хера ты сюда приперся? По-моему, тебе чеснок все доступно растолковал. Ой, блять, вы не видели здесь мужика лет 50-60 с бородой в черном плаще? Чё, стволы доставайте? Да тихо, спокойнее давайте поговорим. В общем, мне нужно к вашему главному на разговор. Ни хрена ты наглый. Может, тогда его сюда позовешь? Мне очень нужно с ним поговорить. А мне насрать, что тебе там нужно. Приказа, что впускать на базу каких-то левых ложков не было. Так что вали отсюда, пахан занят, у него важные переговоры. Прям таки важные. Так, что там за переговоры? Да за 300 тысяч я буду. А кто не будет? Чё, блять? Ничего не понял. Я тебе сказал важные, значит важные. Чё-то не ясно? Можешь мне базарить, что хотел, я передам пахану. Ладно, я хотел поговорить насчет заложника, точнее... Так вон а чё. Пацаны, оружие к бо... Да успокойся, я просто поговорить хотел. Точнее, услышать ваши условия, чтобы заложник был освобожден. Условия? Лям зелени и вертушку до нашей основной базы в рыжем лесу. Вот наши условия. И ты не думай, что это я придумал. Это слово пахана. Серьезно? Вы насмотрелись бандитских сериалов по НТВ по типу Невского? Вы сами начали эту войну, когда пошли на захват депо и остальных точек на свалке. Сами виновны в том, что потеряли большую половину вашей группы. И после этого вы ставите нам такие условия? Слышь, пацан, ты чё, не врубился до сих пор? Нам терять нечего, можешь хоть сейчас открыть огонь и положить всех. Но будь уверен, тогда сдохнет и заложник, ваш любимый пахан. Так и передай вашему временному главе, а может теперь и постоянному. Пошел вон. Бумер опустил глаза и молча ушел. С одной стороны, я все же могу включить шифрование и начать слежку за бандитами. Возможно, я узнаю, где они держат заложника. Но с другой стороны, у меня появился более интересный, но более опасный план. В любом случае, ОД все еще не провалено. Здорово, есть дело, надо встретиться. Так ты ж на задании в долине. Тем не менее, это срочно. Захвати тот самый плащ, который ты когда-то модифицировал. Буду ждать тебя в полночь, метку кидаю в КПК. Хорошо. И еще, Горбеныч не должен об этом узнать. И не забудь включить VPN перед походом сюда. Понял. Пон. Так, а чё, а вариативность какая-то будет? Он же сказал про какие-то два варианта. Или нет? Наверное, нет. Так, новый план — отдохнуть до полуночи в вагончик. У меня появился новый план, однако для его осуществления мне понадобятся навыки старого знакомого. Встречусь с ним сегодня ночью, а пока отдохну. В этом вагончике. Ну да. Скрипт! Легенда на месте. Ну здорово, зачем ты раздеваешься? Здорово, я по-твоему плащ буду поверх зари надевать. Ты VPN включить не забыл, надеюсь? Ой, кажется, ты серьезно? Нет, вот, держи свой плащ. А теперь расскажи мне, наконец, что ты задумал. Так, возьми мой комбез, потом отдашь, когда я вернусь. Я задумал стать бандитом на некоторое время, влиться, так сказать, в их ряды и узнать, где они держат заложника. Да ты с ума сошел? Ты ведь не думаешь, что бандиты тебя примут за своего только потому, что у тебя их плащ? Они сразу же по КПК засекут твою кликуху и группировку. Так я поэтому и позвал именно тебя. Ты же у нас великий модмейкер. Держи мой КПК, поменяй мне группировку и никнейм. Ну ты реально чокнутый. Тебя по голову узнает. Ты хоть как-то сможешь поменять интонацию, тембр или на более грубый? В далеком прошлом я создавал модификации к одной популярной игре и даже в конкурсе участвовал. Там я озвучивал главного героя и других персонажей, так что голос менять я умею. Пусть все говорили, что мой голос как у школьника, но все же. И в этот раз все скажут, не сомневаюсь. Так, мы отошли от темы. Ты сделаешь то, что я сказал? Да, я уже поменял тебе группировку. Как назвать тебя? Я уже придумал, дай-ка сам напишу. Печатает. Ну вот так как-то. Ладно, пожалуй, не буду это комментировать. Это все, для чего тебе нужен был? Да, спасибо, сочтемся когда-нибудь. На, вот тебе тут еще барахла немного, специально захватил с собой. Удачи. Спасибо, можешь идти. Посижу до утра тут, потом начну действовать. Я проголодался, там, блин, красный голод, меня не сожрет он случайно? Угу. И кто я? Андрюха Святой. Бля, легенда на легенде, что-то в этом моде. Ладно, это коллаж дропну. Ну, поехали. Влиться в ряды бандитов. Чужой среди чужих. Валюсь в ряды бандитов, узнаю местонахождение заложника, а там по обстоятельствам. А в описании плаща ничего не написано случайно. На первый взгляд, обычный плащ из черной кожи. Однако после улучшения скрипта плащ по характеристикам стал не хуже обычной сталкерской зари. Я думал, там будет написано. Этот плащ принадлежал, блять, мужику. Ладно. Мужик уже был. Хватит. Опа, браток, а ты кто такой? Чё-то раньше я тебя тут не видел. Да я не с вашей базы, а с леса пришел. Наш пахан сказал, что вы свалку захватить собирались, да не смогли. Послал вам на помощь меня. Еще четверых пацанов. Только в засаду долговцев мы попали на дикой. И один остался. Вроде сладко базаришь. Ой, блядь, чё нахуй? Какой сладко? Складно? Не вопрос, пропущу тебя. Только просьба есть. Докажи на деле, что ты не какой-то левый лошок, а прям трушный пацан. Чё делать надо? Да это как два пальца обоссать. Короче, напротив нас заправка. Вчера туда Славик пошел, как он сказал, за заначкой. И до сих пор на базе он не появлялся. Сходи, проверь, да приведи сюда его. А то бог велел делиться. Базару Зиру. Сейчас гоняю, посмотрю. Заначка — найти бандита на заправке. Чтобы меня пропустили, я должен найти бандита на заправке, отвезти на базу. Вроде есть тут какой-то. Хай, что делаешь? Что с тобой? Давай поднимайся. Уберите! Уберите это от меня! Слава, что ты сделал? Пиздец.
О, ни хрена, он достал по мне. Чё, блядь, как он мне уебал? Во-первых, он спиной стоял, во-вторых, он на солидном расстоянии стоял. Что это? Ладно, еще раз. Давай. Ему похуй вообще. Или нет. Обыскать труп Славика. Так, чем мы тут находим? КПК Славика. КПК запаролю, нет возможности прочитать последние записи. Поговори с арбузом. Славик мертвый, кроме запарольного КПК у него ничего не было. Расскажу бандиту это. Но я думаю, он все слышал, мы что-то рядом были. Опа, вернулся, ну что там? Контролер. В смысле, че за гонево? Славик откинулся на мои глаза, когда сзади меня зарычал контрик. Не выдержал такой сильной нагрузки на мозг. Я убил контролера. Это ты, конечно, красава, но откуда у нас тут контрик взялся? Странная херня какая-то. Не веришь, сходи проверь, там валяется. Да верю, верю, че ты начинаешь сразу? Труп обыскал. Нашел заначку. Труп обыскал, но кроме запарольного КПК Славика там ничего стоящего не было. Вот сука, заныкал. Мы ж теперь хер найдем. Лады, давай КПК Славяна, персику отдам. Может расшифрует. А ты, стопэ, а как тебя вообще называть? Святой. Можно просто Андрюха. Андрюха Святой? Слыхал о тебе пару раз. Уважаемый пацан. А тебя-то как звать величать? Величать? Не-не, величайший это наш пахан, а я арбуз. Гы. Арбуз, привет. Гы-гы. Ладно, а почему у вашего пахана такая кликуха? Да ты на его пузо посмотри, сам поймешь. Ладно, хорош языками чесать, проходи уже. Пу-пу-пу. Так, освободить заложника, поговорить с паханом. Первым делом поговорю с паханом, посмотрим, как он встретит меня. Лан. Так, а счет торгаши? Есть догадки, кто это? Нет, нету. Ладно. Персонаж с моим именем вроде на свалке заправляет. Не знаю, будет ли он тут или нет. Так, а что это вообще? Ну-ка, может, тут какие-то приколы есть? Майнкрафт приколы? Ну-ка, вот кто там? Или тут все с рандомными кличками? Просто, блядь, на прошлой базе все переименованы были. Паша Невский. Я не знаю, блядь, в генераторе никнеймов сталкера есть слово Невский или нет? Юрок базовый. Ну, базовый точно нет в генераторе никнеймов, значит, они переименованы. Хотя, по идее, ничего не мешает там просто накидать новых слов, наверное. Так, что за торгаш у нас тут стоит такой важный? Рубанок. Рубанюк хотел прочитать вообще. Просто торгует, ничего не интересного. А кто в ангаре обитает? Ангар тетки Яра. Ну, кто? Гусак. Какой-то гусак, может, потом в квестах пригодится. Саня Тирейн. Интересно. Игорян Вихарьков. Роздан Моксор. Что? Не понял. А тут будет Ясу Собибу. Персик. Вон. И он с арбузом кореша. В принципе, логично. Так, я хочу все клички посмотреть. Мне не похуй, как говорится. О, Саня Булыч. Легенда. Кто здесь? Леня Нубас. А вместе с ним стоит Вадик Скуф. Ясно. Так, знаете что? Мне тут, короче, подсказка в голове пришла, что нужно никнейм вот этого Роздана прочитать наоборот. А что получится? Блять, подожди, не ты. Подожди, что получится? Роскомнадзор. А-а-а, ебать. Нихуя себе. Жестко. А тут что? Пинцет. Лан. Так, ну что там эти сосальщики за 300 или сколько они там хотели? Здорово. А тут уже никого нет? Ну, пузо у тебя реально величайшее. Здорово, как там у тебя? Святой? Да, он самый. Слыхал о тебе раньше. Арбуз доложил мне, что ты со своими пацанами хотел моей братве помочь, да только поздно пришел. Но я не собираюсь останавливаться. Теперь у нас есть туз в рукаве. Главню крупнейшего сталкерского отряда сидит у нас в плену. И пока он здесь, сталкера нас даже пальцем не тронут. Вы снова хотите устроить заварушку на свалке? А можно узнать ваши планы на той территории? Свалка — это только начало нашего пути. Когда мы окрепнем, пойдем в бар. Ты только представь, сколько бабла мы будем рубить, когда бар будет нашим. Я не привык отступать, поэтому все будет так, как я сказал. И твоя помощь, кстати, нам не помешает. Ты как? А чё? Я не против поистреблять сталкерню. Если что, можете рассчитывать на меня. Отлично, в этот раз все будет как надо. Скоро я закончу новый план захвата, потом еще проверю кое-что и будем начинать. А ты пока осваивайся тут. Лады, буду ждать твоего сигнала. Трубандит. А чё не фейк сталкер? Пообщаться с братвой. Пока пахан размышляет над планом, я поговорю с челами из базы. Может, и про заложника что-нибудь узнаю. Ну, давай вот с тебя и начнем. Здоров, чё, как тут у вас? Ну, привет, новенький, как звать тебя? Андрюха, можно просто Святой. А ты у нас кто? Среди братвы известен как Пинцет. Слухай, братуха, не хочешь немного бабок срубить? Но бабки это всегда хорошо, главное не задавленные фуры. Блять, осуждаю, рассказывай. Тварей надо пострелять у моста, недавно поселились тут. Братве житья не дают, а никто браться не хочет. Все ленивые, сука. А что там за твари такие? Пауки мерзкие. Да шучу. Снорки обычные сделаешь? Без проблем. Блять, это же бумер нахуй. У него еще ни одного мода без пауков не было. Я надеюсь, то, что он прервет эту статистику гребаную. Снаркобой. Пинцет попросил убить снорков у моста. Ничего такого. Ладно. Хаюшки, как жизнь молодая. О, ахахахаха. Смотрит в небо. Чё с тобой? Подносит ладошку к носу и сильно вдыхает. Ладно, кажется, я не вовремя. Ты чё-то хотел? Да так, ухожу. Делать нечего пока. По базаре с кем-то хотел. Не-не-не, брат. Я на интересном вайбе сегодня. Давай потом. Не хочешь попробовать? Не, давай, тоже потом. Ага, ну ты заходи, если что, обязательно. Я на интересном вайбе сегодня. Похуй плюс похуй. Этот молчит. Так, мы пойдем к технику. Или к Роскомнадзору, я не знаю. Не.
Здоров. О, ты этот, Андрюха, да? Здорово. Что-нибудь починить хочешь или как? Да не, я просто хожу здесь, осваиваюсь. А, понятно. Меня, если что, братва персиком называют. И как ты уже понял, я местный чинила. Могу хоть что починить, недорого. Хоть что? Мои поды починишь, чтобы не вылетали? У, блядь, какие поды нахуй моды? Я думал, там бумер, блядь, на движениях. Поди, кашкуди. Сосет там. Че? Да так, ничего, гы. Слухай, я тут пода Славика разблочил. Ну того, которого ты нашел. Я понял, и че? У него там целых 3 метки есть в местах, где он закладки делал. Ты прикинь, а он от нас это скрыл. Может, поищешь, если тебе все равно делать нечего. Я тебе скину эти метки. Ну, скидывай, поищу. Только там это, лопата нужна. Вот, на. Ага, посмотрю, что там. А, приход. Отсылка на святого опять. Найти закладки Славика. Блять, осуждаю. Техник Персик разблокировал КПК Славика, где он нашел 3 метки, в которых, судя по всему, Славик делал закладки. Еще закладки я не искал, чего только не сделаешь ради того, чтобы влиться в ряды бандитов. Ну, есть еще второй торгаш. А это что такое? А, это вот как раз-таки закладки, да? Пойдем ко второму торгашу. Ты че топчешься тут? Если что есть, выкладывай, нет, проваливай. Че злой такой? Да задолбали уже, бля. Патрики в долг просить. Может, вам еще и стволы просто так всем раздать, а? Да я не за этим пришел, я просто поболтать, пока делать нечего. Делать нечего, сбегай на ферму, там браток мне кучу жирного лута на продажу с кордона принес. Заберешь у него ящик и принесешь мне, а? Бежать отсюда до фермы, потом обратно, да еще и с тяжелым ящиком? Далековато. Чё ты ноешь сразу? Ноги разрабатывать надо, бег полезен для здоровья. И еще, рожденный бегать пизды не получит. Во, ладно, сгоняй к твоему братку, только предупреди его. Да конечно, давай, я жду. Блять, я надеюсь, это не отсылка на тайный путь, где, сука, каждый квест подобный вот такой был. Ладно, ну пойдем первую закладку попробуем найти вот здесь. Так. А, даже делать ничего не надо. Ну и что мы сейчас откопаем? Клад. Ай, гребаный камень, чуть лопату не сломал. Походу здесь ничего нет. Unlock. А я уже хотел быть на интересном вайбе, как тот чел. Очень жаль. Так, что у нас еще? Квест на болоте, да, и на ферме получается. Ну, пойдем, получается. Слишком много получается. К следующей закладке. Если и тут ничего не будет, то клад бы в натуре, мудак. Бумер, я не понял, ты где вообще? И где отчеты по заданию? О, привет, Горбеныч. Я тут уже немного по другому плану действую. А почему я об этом узнаю только сейчас? Выкладывай, что задумал. Да тише ты. Я работаю на бандитов, чтобы следить за всеми их передвижениями. Так они могут вывести меня к заложнику. Что? А, что? Что-то связь плохая. Давай позже свяжемся. Ты там совсем что ли? Ладно. О, а вот и интересный вайбик подъехал. Пакетик с порошком. Да, ясненько. Ясненько плюс понятненько. Ну пойдем, там снорки. Я надеюсь, реально снорки, а не, блядь, снорки с модельками пауков. Я кончусь нахуй на месте, если так будет. Не, вроде снорки, ладно, не обманули. Ну, допустим. Ай-яй, закончилось. Ну все, вернуться к пинцету. Вроде без сюрпризов, а то бумер пихает пауков в каждый мод и сидит, комментарии читает под моими прохождениями. А там дурачки пишут: эх, вот бы кто-нибудь сделал химеру с моделькой паука. Я надеюсь, бумер не слушает их. Так, ну что, последняя закладка? Что-то есть. Что-то есть, да. Опять пакетик, пиздец. Ладно, юзну антирад. Что у нас на ферме что-то сейчас будет? Какой-то мужичок тут сидит. Здорово. Рико. О, сталкер, что надо? Здорово, ну, я за ящиком. Привет. Слышь, ты еще кто такой? Меня торгаш попросил забрать у тебя ящики и отнести ему. В чем проблема? А, ну он предупреждал. Только я должен убедиться, что это точно ты. Че в ящике? А мне откуда знать? Торговец просто сказал, что ты кучу жирного лута пронес с кордона, а что именно он не уточнял. Вот это я и хотел услышать. На, не урони, смотри. Че, на ферме больше ничего нет? Ну, наверное. Сколько весит? 13.09. Тот самый ящик, который мне нужно принести торговцу на базе бандитов. Здесь должна быть подробная инструкция, как пользоваться лопатой, но ее не будет. Ебать. А к лопате инструкция нужна? Не знал. Энергетиков нет. А раздеваться, не знаю, что-то страшно. Вдруг у меня маскировка спадет. Хотя, не думаешь, что это настолько прям продумано. Поэтому пробегусь-ка я с голой жопой немного. Мне рода немножко поджирает, но вроде терпимо. Эх, иду, драчу бинокль. Вот он, пик сталкер геймплей. Так, чё кому отнести сначала? Ладно, похуй, ко всем зайду. А, ну это мне вроде задание не давал? Или давал? Вроде не давал, да? Ну да. Пойдем сначала, зайдем к технику. Фух, заколебался я копательно работать тут у вас. Вернулся? Ну чё там, не тяни. Нашел 2 пакетика в 2 точках, в 3-м пусто. А ты не гонишь ли часом? Себе поди присвоил один. Слушай, Персик, я за свой базар отвечаю. Я предпочитаю расслабляться и ловить кайф другими методами. Ну ладно, о чем это я? Давай сюда все, что нашел. Забирай. И лопату тоже. Ага, возьми тут немного бабла. Ок. Самое главное, ящик сбагрить. Принес я твой ящик. И зачем была эта проверка?
А вдруг бы какой-то левый лошок подошел и забрал его. Ладно, давай сюда. Во, нормально. На, вот тебе тут косарь. Знаете, что мне интересно? Я смогу? Блять. Короче, я это уже в каком-то из прохождений рассказывал, по-моему, как раз-таки в время перемен. Блять. Я стримил, короче, ОГСМ. Жестко выбежал отсюда, въебался в куст и умер. Я хочу посмотреть, я тут умру так же? Не, я даже урон не получаю. Странно. Так, и мне еще вот к этому мужику надо зайти, да? Твари больше нет. Красава, братан, держи немного бабла. Че дальше? Отдохнуть. Труп бандит. Пока пахан размышляет над планом, я уже успел повыполнять просьбы братвы. Теперь остается просто подождать. Пожалуй, пойду отдохну. А, внизу? Ну давай. Музыкальная пауза! Братва, давайте потише, я отдохнуть собираюсь. По барам в пьяном угаре, шо же ты парень? Пацаны, по-братски, давайте по... Пиздец, что происходит? Нормально, нормально. Расслабляется, молодой. Блять. Старый бог, что надо еще сказать. Сообщение прошло 4 часа. Пацаны, на помощь, тут какие-то чмиси на завод прут, мы долго не продержимся. Андрюха, срочно ко мне! Блять, я сейчас пойду пиво открывать, или как там говорилось. Не знаю, небольшой фанат такой, маленький. Ну, пойдем к паханам. Андрюха, срочно на завод! А что там случилось? А я чё, ебу, получил сигнал от братвы, больше ничего не знаю. Сталкерня, походу, пронюхала, что мы там этого фраерка в заложниках держим. Бегом. Погоди, что? Вы держите заложника на заводе? В лабе? Там же твари полно. Да не в лабе он, а за дверью, между самой лабой и выходом оттуда. Неужели нельзя было его тут, на базе, посадить? У вас тут вроде даже клетка есть. Ты меня еще учить будешь? База огромная, и чтобы следить за каждым его уголком, надо много людей. А они у меня откуда, а? Ладно, я понял, не буду терять времени, побежал на завод. Ну ты лошпедус, браточек, конечно. Взял, спалил. Ладно, бежим. Надо энергетики купить. Хотя, конечно, я уже не с ящиком, но все равно. На всякий случай, но чувствую, что мод уже прям супер близок к концу. Учитывая, что мы разузнали про заложника. Не думаю, что это продлится долго. Че там написано вообще? На КПК пришел сигнал о том, что на завод кто-то там напал. Я узнал, что братва держит заложника именно на заводе. Совпадение? Не знаю. Неужели Горбеныч решился на штурм и послал сюда сталкеров? Хотя на него это не похоже. Название задания сейчас смешно. Души, неужели всех убили? А где тогда трупы? И где заложник? Здесь пусто, даже трупов нет, подозрительно все это. Главный сказал, что заложник за дверью между лабораторией, надо это проверить. Давай. Кажется, дверь не заперта. Леха, ты тут? Я открываю. Блять, ну я знал нахуй. Я просто, блять, рот ебал. Это было так читаемо. Я, блять, я сижу с этой мыслью. Сейчас нахуй какая-то хуйня за дверью будет. Ебать, это очевидно было. О, уебище! Визжит нахуй, я тоже визжу, в принципе. Я сейчас пойду пиво, блять, открывать в натуре. Ну че ты, чмище, ты идешь? А, блять! А, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, подожди, подожди. А че он, блять, так рывками нахуй идет? Он то идет за мной, то не идет за мной. Шлюха визжит! А, блять! Молодец, Андрюша, паучков убивать умеешь. Да а нихуя. Запускаешь ствол и идешь впереди меня. Только давай без фокуса. Это кто, это паук говорит? Сомневаюсь. О, гном. Говори, кто такой, сука, и что тебе здесь надо? Да это же я, святой, ты чё? Вы сообщили, что на вас кто-то напал, и я сразу побежал сюда. Хорош горбатого лепить. Это была постанова, чтобы проверить тебя. И не зря. Ты первым делом побежал к заложнику, но вместо него там тебя ждал подарочек. Думаешь, мы лохи последние? Как только ты заявился к нам на базу, пахан сразу же связался с бидоном. Ебать. Бугром из Рыжего леса. Откуда, по твоим словам, ты и припёрся? И знаешь, что он ответил? Настоящий Андрюха сейчас сидит в шахтах Рыжего леса и посасывает пивко с пацанами. Теперь повторяю вопрос, кто ты такой? Подожди, стой, я сейчас достану. Не дергайся, да тихо, я достану свой КПК, и ты сам поймешь, кто я. Давай сюда, ага, сейчас, вот смотри. Резко оглушить бандита. А теперь говори ты, где заложник? Да пошел ты! Плюнул в сторону бумера. Наступил на руку бандиту. Повторяю вопрос, где заложник? А, блять, отпусти! На базу его повели, сука! Убрал ногу. Молодец. Хотя бы в последние минуты своей жизни ты был полезен. На нах. А кто? Кто-то отспавнился? Убить засаду. Мужик явно был не один, к тому же я слышу шаги на улице. В общем, я готов. Ладно. Так, перезарядиться надо. Пу, блять, все, мод закончился. Квест не выполнен. Что-то я не ожидал такого. Эта хуйня еще шевелится, и мне показалось. Ебать, дэма же наваливает. Ну, в принципе, я на мастере играю. Так, последний остался. Фух, все, следовать на базу. А на базе меня не ёбнут? Я чё, её штурмовать по итогу буду? Ой, все, в носу поковырялся, можно дальше идти. Так, что у нас тут? Ну, вряд ли с них что-то важное упадет. Ладно, идем. Я не знаю, жив ли еще заложник, но должен это проверить, отправляясь на базу. Ок, можно еще вот так сделать. О, а тут уже все мертвы. Арбуз пернул, походу, КВК Славика. Тот самый у него. Ну-ка. Нихрена себе. Это кто их тут всех положил? Неужели это...
Лёха, ты тут? Бандитское отродье. Да сколько вас еще здесь? Нихуя себе, Лёха. Это же я Бульф. Блядь, ебать, Лёха, Вульфсталкер, нахуй. Ну ещё моделька такая смешная. Лёха, я засёк твой КПК, он снова в сети. С тобой всё нормально? Всё нормально, но могло быть и лучше. Пришлось в одиночку выносить целую базу бандитов. Ха, и почему я не удивлён? В общем, слушай, где-то в долине бегает бумер в плаще бандита. Ты смотри, не прихлопни его там случайно. Вот чёрт. Что такое? Лёха? Жесть. Мод был разработан автором It's Boomers 1 по 18 октября 2024 года. Блять, дальше не успел. Пройдет ли мод в конкурс, не могу знать, но делал все возможное для этого. Спасибо всем за поддержку и пусть мод хуже остальных. Но мне было интересно поучаствовать в этом конкурсе. Да заебись, мод. Но быдло не оценит такое. Типа, ну вы поняли. Мы-то, ебать, трушные ценители бумера. Мне понравилось. Ладненько. Прикольно, но согласен, маловато. Можно было бы еще что-нибудь там, пару квестов каких-нибудь авантюрных или еще что-то. Ну а так, да, все как обычно, с отсылками, с кучей отсылок, смешнявками и так далее. Полная противоположность тому моду, которым я запущу следующий из этого конкурса. Но, тем не менее. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующие видео по сталкеру. Фоловьтесь на Twitch, там прикольчик происходит в данный момент. Ну, в телегу заходите. Все новости, анонсы там. Все. Всем спасибо, все свободны.